распаковка посылки из магазина мыла Опт. В моем арсенале это уже вторая посылочка. Поскольку распаковала я еще ее на почте, так, кстати, рекомендуют делать сам магазин, для того, чтобы можно было сразу проверить наличие товара. Вот, то я вам уже показываю только ее содержимое. Вот, упаковочка была такая вот коробочка. Все было запечатано хорошо, дошло в целостности и сохранности. Вот, есть там такая накладная, по которой можно проверить наличие всего товара. В этот раз заказала я по 1 килограмму мыльной основы. Производитель у него Англия, срок годности у этой основы до мая 2020 года. Вот эта основа, так она называется. Согласно описанию, в ней отсутствует лаурилсульфат натрия и должно быть очень много глицерина. Это здесь у нас 1 килограмм. И еще 1 килограммчик вот такой основы. Согласно описанию, основными ингредиентами в ней является масло ши, плюснутые зерна овса и натуральная растительность. Ну, так оно, конечно, ничего не видно. Посмотрим уже в процессе его использования. Вот так вот выглядит килограммчик мыла. На самом товаре указан и производитель, и срок годности. Поэтому не переживайте, ничего этого не забудете. Также еще заказала кокосовое масло для волос 100 мл. Вот в такой оно упаковочке. Оно вообще представляет из себя такую белую твердую массу, но у нас сейчас очень-очень жарко. У него температура плавления 25-27 градусов. Пока я уже делаю 25-й, наверное, дубль этой вот записи. Оно у меня начало таять уже. Поэтому обратите внимание на этот нюанс, хранить его нужно в холодильнике. Производителю масла Таиланд, срок годности до июня 2020 года. Еще я заказывала такое вот масло персиковой косточки, здесь 50 мл, производитель Германия, до мая 2020 года оно годно. В такой вот таре, так выглядит 50 мл. И отдушка ванильное печенье 10 мл, срок годности до марта 2020 года, производитель Латвия. Вот такая вот отдушка. Вот весь мой заказ. Доставка заказа осуществлялась новой почтой, поэтому пришло все очень быстро. Сам заказ собирался, ну, немножко, наверное, дольше, но ничего в моем случае страшного нету. Спасибо магазину за работу. Радуют очень приятные цены. Все вопросы решаются быстро, оперативно. И самое главное, они решаются. Надеюсь, буду обращаться к вам еще. Всем спасибо за внимание.